28 октября прошло 12-е очередное заседание Совета города, на котором было рассмотрено 18 вопросов. Сначала с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за первые полугодия 2016 года выступил начальник отдела МВД России по Воркуте Игорь Безман. За 6 месяцев 2016 года на территории обслуживания МВД России по городу Воркуте был реализован комплекс мероприятий по противодействию преступности. Не допущено совершение экстремистских и террористических актов, срывов общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий. Общественный порядок и безопасность в городе обеспечены при проведении 25 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 37 тысяч человек. Во время проведения мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. Также Игорь Маркович отметил, что за истекший период на 12% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений. Сокращение произошло как по линии преступлений имущественного характера, так и по преступлениям против личности. Общая раскрываемость преступлений составила 56,6%. Раскрываемость преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, 55,9%. Преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, 57,5%. Увеличен процент расследования преступлений краж чужого имущества на 10,5%. Краж из квартир на 2,4%. Квартирных краж на 15%. Угонов автотранспорта на 8,4%. Хулиганств на 50%. Поджогов на 20%. 100% составляет раскрываемость изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев. Бравурные цифры, касающиеся искоренения правонарушений в городе, вызвали здоровый скепсис у ряда присутствующих. Больше всего сегодня меня так потревожил вопрос, который затронул начальнику МВД по городу Воркуте Игорь Маркович Безман, который в своем докладе отразил, что административных правонарушений было выявлено всего 39. То есть это за большой промежуток времени. В действительности, что я могу наблюдать по городу, у нас молодежь ходит, спокойно распивает спиртные напитки, то есть по городу. В учебных заведениях, на переменах постоянно молодежь курит, там по 30-40 человек. И нарядов полиции, то есть их нету, не видно. То есть настолько сократились штат правоохранительных органов города Воркуты, что на сегодняшний день такие показатели соответствуют нормам того штата, который имеется. Поэтому я хотел бы обратить внимание Игоря Марковича Безмана на эту проблему и почаще, наверное, направлять своих сотрудников для проведения профбесед, да и просто реагировать в учебных заведениях на учеников, которые ежедневно по 30-40 человек, каждые полтора часа совершают административные правонарушения. Далее был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение горсовета о плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению. Внесение изменений в существующее решение вызвано тем, что с 1 августа услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению осуществляет муниципальное унитарное предприятие, стало осуществлять муниципальное унитарное предприятие управление многоквартирными домами. Принятие этого решения нужно в целях обеспечения доступности для населения этих поселков услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению. И, наконец, в завершении заседания глава города представил отчет о результатах своей деятельности за период с октября 2015 года по октябрь 2016. Прошедший год был и непростым, и интересным одновременно. Значимой вехой для меня стали выборы председателя городского совета главы города. Одержав победу, мне предстояло выстроить работу нашего городского совета, которая на тот момент была нестабильна. И организованные задачи решались достаточно сложно в тяжелых переговорах и поисках компромиссов. Тем не менее, нам удалось сообща все преодолеть. Мы проработали уже год. Совет не лихорадило, не трясло, шла нормальная работа. Порой сложная, но увлекательная. Первым серьезным испытанием для нового главы города Юрия Долгих стала ситуация на станции Елецкой. Однако в силу проведенных мероприятий Елецкая успешно пережила зиму. Одной из интересных форм работы с населением стали встречи с жителями поселков и трудовых коллективов. Вместе с руководителем администрации и его подчиненными мы объехали поселки Заполярный, Комсомольский, Варгашор, Северный, Советский, Цемзаводской. Также встречались
с коллективами шахт, коммунальных предприятий, например, с работниками водоканала, которые сейчас в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Много встреч прошло с работниками образовательной сферы. Иногда, особенно на поселках, это были очень непростые встречи. За последние два десятилетия проблем там накопилось много. Не скрою, веры у людей, что их проблемы будут решены, мало. В открытом диалоге мы поясняли, какая работа с региональным и федеральным правительством ведется, какие законодательные инициативы мы продвигаем, чтобы людей переселить в город или за пределы Воркуты. Этот доклад вызвал, прямо скажем, неоднозначное мнение у некоторых депутатов. КПД, коэффициент полезного действия, главы и совета, считаю, крайне низок. Статус совета и депутата нивелирован. Нивелирован, так сказать, малоактивной, так сказать, работой и нами, конечно, и представителя совета. Идет постоянно нарушение регламента, даже вот сегодня, когда я говорил, что давайте принимать все документы в соответствии с нашим регламентом, со статьей 36.3, ну, большинство депутатов у нас решило, так сказать, все-таки в очередной раз нарушать регламент. Глава совета должен за это отвечать. Также Константин Пименов упрекнул главу города в недостаточной заботе о водоснабжающих объектах Воркуты. Летом депутат Тищенко, наш коллега, поднял шум по состоянию дел на водоканал Усинский водовод, ТЭС-1, ТЭС-2, ЦВК и состояние жилищного фонда. Вот если бы Тищенко не поднял бы этот шум, не было бы, так сказать, Гаприкова с фотографиями, слайдами у Путина, понимаете? И сегодня заслуга Тищенко, а ее просто нельзя переоценить. То, что Владимир Викторович поднял шум, он фактически спас город, что дали пинка в жопу этому Бексельбергу, так сказать, пригнали сюда рабочих и начали заниматься, выделять какие-то деньги, понимаете? Поэтому что вырисовывается, что даже вот в этом вопросе, когда Владимир Викторович вынужден был обращаться во все и Путину, и Гаплику, и другие, так сказать, официальные органы, он не нашел внимания и поддержки ни у Долгих, ни у Гуева. Свое мнение по поводу отчета главы города высказали и другие депутаты. Я считаю, что если какие-то факты Константин Иванович привел, да, может ли заслужить внимания, я не спорю, но на это есть дело суд, и суд должен разобраться и принять окончательное решение. Мы не судьи, вот мы просто сегодня должны оценить работу Юрия Александровича. Так сказать, я предлагаю оценить его работу, исключая вот ту информацию, которую привел Константин Иванович. По шуканной причине, чтобы не вступать в полемику. Заслуга есть Юрия Александровича о том, что все-таки потихонечку налаживает работу совета. Я соглашусь с Константином Ивановичем, что есть много доработок. Также соглашусь с Константином Казимировичем о том, что все эти недоработки надо указывать. Но, опять же, все эти недоработки мы сами допускали в свое время и на них сами же и реагировали. Поэтому я считаю, все-таки надо принять отчет, ну, с замечаниями. В итоге отчет главы города о результатах своей деятельности за прошедший год был принят. Следующее 13-е заседание Совета города состоится в середине ноября. Вячеслав Ирин, Павел Корнев, ТВ «Гало», Воркута.